Десятки мастеров топ-уровня, яркие схватки и горячие эмоции. Открытый чемпионат по борьбе «Куреш» всегда собирает полные трибуны зрителей, уже ставший ежегодным и традиционным. Чемпионат в этом году назван именем олимпийского чемпиона Рустема Казакова. Финал состоится 12 января. В этом году для борцов, которые не относятся к определенным спортивным федерациям, сделали исключение. Они также могут побороться за звание сильнейшего. Мы предложили новеллу. Это возможность участвовать спортсменам, которые чувствуют себя силой, самородком, но не привязаны к какой-то отдельной спортивной федерации. Я считаю, за счет этого хода, за счет этого приема сможем охватить максимальное количество желающих поучаствовать в всекрымском турнире имени Рустема Казакова. В этом году главный спортивный турнир полуострова состоится в спорткомплексе «Локомотив». Сейчас в здании завершаются последние реконструкционные работы. Такого масштаба чемпионат по национальной борьбе «Куреш» будет проводиться уже во второй раз. Спортсмены со всего Крыма поборются за пояс абсолютного чемпиона. Также победителей каждой весовой категории ждет сюрприз. В этом году сильнейший получит автомобиль Kia и денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Также будут разыгрывать 3 «Лады Гранты». Но это еще не все. Спортсмен, который займет второе место, получит 100 тысяч рублей. А борцу, который окажется на третьем месте, вручат сертификат на 50 тысяч рублей. Соревнования обещают быть интересными и зрелищными, а ценные призы в виде автомобилей и титула сильнейшего борца полуострова – хорошая мотивация для того, чтобы молодежь активнее занималась спортом. Напомним, крымчане могут увидеть грандиозное спортивное мероприятие 12 января на стадионе «Локомотив». Открытие начнется в 10:00. Невероятные эмоции, красивые моменты и салют в конце торжества. Мухаммед Зикриаев, телеканал «Миллет».